Успех каждого ребенка имеет значение. В рамках рабочего объезда глава муниципалитета проверила ход ремонтных работ в спортзале 12-й школы. Мы в прошлом году в 12-й школе начали ремонтировать спортивный зал. Изначально в проекте у нас были только стены и потолок, потому что там действительно были реальные следы повреждений от протечек до того, как отремонтировали кровлю. Но когда мы стали принимать работу, мы обратили внимание на пол. Как выяснилось, изначально при строительстве школы были допущены нарушения. Деревянный пол практически лежал на земле. На сегодняшний день физкультурный зал полностью отремонтирован, остались последние штрихи. Обновили также раздевалки и тренерскую. Помимо школьников, в этом зале проводят тренировки по дзюдо спортшкола «Русский медведь» и секции баскетбола спортшколы «Звезда». Для комфортных занятий дополнительно закуплен инвентарь. Обновленный зал примет спортсменов уже на следующей неделе. Юлия Купецкая проверила и процесс замены окон в 17-й школе. Работы уже завершены в раздевалке на первом этаже, частично заменили и на лестничном марше. Всего планируют обновить 27 окон.